Я українка, ми у вільній країні. Ми не хочемо війни. Я українка, я живу в вільній країні і хочу, щоб був мир. Я живу в вільній країні і війна нам не потрібна. Це моя сім'я. Ми українці. Ми живемо у вільній країні. Ми не бажаємо війни. Ми у вільній країні і війна нам не потрібна. Друзі, дорогі, в этот момент, когда у нас в Украине и в Киеве идет война, наверное, сегодня чувствуешь по-особому слова Христа, которые Он сказал когда-то: «Мир вам». Огромное спасибо всем друзьям, что вы сегодня с нами в молитве. Это самое ценное, что сегодня для нас есть. Реально, сегодня Киев под обстрелами. Мы находимся здесь, в церкви Речёч. Некоторые семьи с нашей церкви уехали в разные города, ища безопасности. Мы остаемся здесь. Нас здесь больше 100 человек. Часть – это люди с нашей церкви. Немало людей, наших соседей, друзей, которые живут рядом с церковью, которые, наверное, раньше бы никогда не переступили порог церкви, сегодня они здесь. И для нас это огромная радость вместе с ними молиться и вместе взывать к Богу о нашей беде. Мы не знаем, что будет впереди. Мы не знаем, что нас ждет. Мы не знаем, как долго продолжится война. Мы не знаем, кто из нас выживет, а кого из нас Господь через войну заберет к себе. Но мы живем абсолютно уверенностью в надежде на нашего Бога. Абсолютно. И просто хочется еще раз поблагодарив, сказать, все, что вы можете для нас сделать на сегодняшний день, это молиться. Молиться Богу о Его защите, о Его милости, о Его освобождении нашей страны, свободной Украины, о Его защите нашей церкви. Это может только сделать Бог. Мы здесь круглосуточно находимся. Так случилось, что когда мы начинали делать наше строительство, в архитектуру был положен наш подземный паркинг. Сначала нам абсолютно было непонятно, что стоит его делать, не стоит. И мы никогда не думали о том, что этот подземный паркинг нам будет служить бомбоубежищем. И вот в настоящее время, вот уже третий день войны в Киеве, мы, когда наступает бомбежка, ракеты летят, мы все опускаемся сюда, и здесь мы молимся Отцу нашему Небесному. Спасибо еще раз.